Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 9 мая, день Глафиры, назван в честь святой праведной Глафиры. Девица Глафира была целомудренной и праведной христианкой. Находилась в услужении у супруги императора Ликиния. Узнав о нечистых намерениях развратного императора, она бежала в другую местность, где проживала под защитой и охранением епископа Василия. Вытребованная Ликием для наказания, она отправилась к нему вместе с епископом Василием, но по дороге скончалась и отошла в обители небесные. Этот день в старину был известен тем, что сажали горох. Причем не просто сажали, а еще и заговаривали на богатый урожай. Также считали, что это лучший день и для посадки картофеля. Этот день, как и многие другие, носил самые разные названия. Глафира – горошница, горошница, Степанов день, Степан – равнопашец. Поэтому, почему назван этот день в честь Глафиры и гороха, мы уже знаем. В этот же день поминали и святого отца Стефана, и епископа Пермского. В народе имя Стефан преобразовалось в Степана. В то далекое время Пермская земля не была просвещена еще святым крещением и предавалась всецело идолопоклонству. Стефан изучил пермский язык, греческий, и привел народ, живших на этих землях, к праведной вере. Что касается слова «равнопашец», то для центральных и северных областей России вспахивание земли в это время считалось ранним. Это и послужило к такому названию. Кстати, для того, чтобы горох уродился обильно, его сеяли только при южном ветре. Если посеять при северном ветре, то он жидок да редок будет. Если при западном, уродится мелким, при восточном – горохи червью заведутся, и он погниет. Приметы. Если сегодня день ясный, утром много росы к богатому урожаю огурцов. Утренний мороз в этот день обещает заморозки через неделю. Если эта примета сбывается, то это к теплой осени. Шестые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует интуитивные способности нашего сознания, что располагает к разного рода гаданиям. В Древней Руси священной вещи, предсказывающей будущее, была птица с женской головой Гамаюн. Поэтому и лунные сутки получили это название. Энергетически активные легкие, поэтому этот день располагает к выполнению разного рода дыхательных упражнений и гимнастик. Если органы дыхания больны, то сегодня лунные сутки наилучшим образом подходят для их лечения. В этот день не переедайте, чтобы энергия, поступающая через легкие, не тратилась на пищеварение, а больше направлялась на обновление организма. Уединение и молчание сегодня приветствуется. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!